Уважаемые коллеги, мы с моим коллегой Владимиром Лубачем выбрали только один очень частный такой компонент общей мифологии камня в белорусской традиции, а именно соотнесенность его с кладами, камень в преданиях о кладах. А конкретным толчком для этого доклада послужило желание как-то посмотреть по-новому и попытаться объяснить реальный камень, который находится совсем близко от того места, где я родилась и выросла. Он называется «Святой камень». И вот он в своей форме имеет такую отличительную особенность, как вот здесь такая выпуклость, которую местные жители обозначают или как бутылка, или как кувшин по-разному, или даже графин говорят. А там вот дальше тоже есть выпуклость. Ой. Вот она как стакан. И этот камень особенный тем, что под ним якобы зарыт клад. Причем этот клад можно достать, только соблюдая целый ряд специальных возможностей. Потом буду подробно об этом говорить. Но если неправильно начнешь этот клад доставать, то все загремит, зазвенит, и клад навсегда уйдет под землю. То есть камень как место для спрятанного клада с точки зрения рациональных объяснений обозначает очень точный ориентир на местности, который позволяет хозяину сокровища безошибочно найти его в любое время, когда понадобится. То есть в преданиях камни, под которыми якобы зарыт клад, это довольно приметные валуны в структуре вот культурного ландшафта. Они выделяются или своей формой, или размерами, или вот такими какими-то знаками, как на этом камне. Однако, что любопытно, в реальной истории кладоискательства или случайного обнаружения кладов камни не фигурируют ни разу. То есть камень как место для укрывания клада – это абсолютно фольклорная, мифологическая, как бы такая реалия, когда существенной выступает семантика, символика как собственно камня, так и клада, и вот которые в ряде контекстов между собой пересекаются. В качестве кладов под камнем фигурируют, ну, естественно, прежде всего деньги, золото. В отдельных случаях это оружие, которые могут быть или сами по себе лежать, или быть вот помещенными в горшок, воловью шкуру, лодку, довольно часто в белорусской традиции, и в роли субъектов, которые эти клады могли оставить под камнями, чаще всего фигурируют представители чужого в самых разных вот таких своих ипостасях. Прежде всего, это этнически чужие, я бы даже сказала, военно-этнические, это шведы, французы, или социально чужие, то есть это пан, и в единичных случаях конфессионально чужие старообрядцы. Но это буквально один-два только варианта. Часть камней, с которыми в традиции связываются клады, это камни-следовики, вот как здесь на этом слайде. То есть это камни, на поверхности которых можно увидеть вот такую выемку, как следок. Случаи с камнями-следовиками, когда вот этот следок выступает очень ярким показателем сакральной роли вот вообще этого камня, его особенного значения в структуре сельского ландшафта, они как бы поднимают вопрос о соотношении клада и культового вот места в целом. Культовый камень, он в структуре сельского ландшафта он заметен. То есть это то место, куда ходит со своими просьбами, жалобами, просто заходит к нему, бывая рядышком. И то есть о нем знают, что под этим камнем вот якобы зарыт клад, знают, что он выходит, клад просушиться или как-то проявить себя. Однако в преданиях случаев, чтобы кто-то пытался этот клад найти, такого очень мало.
То есть камень, он выступает как бы такой обладатель клада, причем законный обладатель клада, когда на него, в общем-то, не очень кто-то пытается и посягнуть. Фактически культовый вот объект, он сам вот предстает как клад, или же клад рассчитывается как вот такая составляющая часть этого культового места, что в значительной степени даже вот усиливает его сакральный статус. В представлениях о таких камнях-кладах усматривается по очень точному определению Татьяны Владимировны мерцающая мифология, когда реальные качества камня, а это его крепость, прочность, такая как бы незыблемость, они пересекаются с мифологическими качествами камня времен первотворения, тогда, когда камни были мягкими. Один пример из предания, если можно по-белорусски. То есть он относится к тому времени, когда солнце еще светило ярко круглый год, и камяни были горячие и мягкие, как свежеспеченный каравай. Бегал тогда золотый олень, и где застывался следок от его копытка, там остывала земля, и все, что под ее находилось, набывало чудовную силу. Это означает, что только в компетенции сакральных персонажей находится возможность использовать камень как емкость, место, где можно что-то оставить. Это или же следок, как часть себя, или же клад, как свою долю, с тем, чтобы это содержание впредь оставалось цельным, незыблемым и прочным. То есть в этом смысле клад, спрятанный под валуном, сам становится камнем или инкорпорируется им. В одном из преданий тоже вот так прямо и указывается. То и камень, то были гроши заклятые, то есть деньги вот проклятые, сам камень. Символическая соотнесенность камня и клада проявляется и в том, что в ряде фольклорных повествований неудачная попытка людей овладеть сокровищами заканчивается неудачей, и камень и клад, они как бы уходят навсегда под землю, навсегда. Ну а вот этот неудачный кладоискатель оказывается наказанным. Это мы пропустим. Сема укрывания клада в мифологической характеристике камня как надежного, скрытого от людей вместилища, может реализоваться в схеме. То есть камень может открываться, что-то в нем может содержаться, и потом камень закрывается. В таком контексте камень-клад семантически уравнивается с шьющими камнями, камнями-сапожниками или портными, и даже в пределах уже нашей конференции не один раз об этом шел разговор. Здесь же любопытно то, что в роли вот такого мифического сапожника, который живет в камне, довольно часто выступает змей. Этот же образ актуален и в блоке, посвященном кладам. Так, камень с показательным названием «Вужу камень» вот здесь на одной из фотографий. Вот в этот камень превращается змей, который нес богатство грешнику, который продал свою душу дьяволу. Но вот этот змей, будучи пораженным молнией, он падает на землю и превращается вот в этот камень. Ну а деньги, соответственно, уходят под землю, и там уже лежат, как вот этот проклятый клад. В новгородских поверьях клад предстает в облике змея с красным гребнем. Мифологическая соотнесенность богатства и змея достаточно проработана в фольклорных текстах разных жанров, начиная от змея-обогатителя, который вот летает и носит деньги, вплоть до реконструкции змеиного облика хтонического бога богатства Велеса. Ну а слияние этих представлений в одном комплексе с камнем также уже, в общем-то, достаточно хорошо описано в литературе. Камень, то есть он как замок, который одновременно и замыкает вот этот клад, ну и может быть открыт. И вот в качестве замка или ключа для такого камня-клада служит определенный код, который также может быть рассчитан именно
вот в знаках и образах эпохи первотворения, эпохи первоначала. В роли такого кода может выступать или необычайная сила. Это вот в одном из преданий тот камень, под которым зарыт клад, можно, под которым, кстати, клад зарыл Наполеон, можно сдвинуть с места только когда будут толкать три трактора, и то это как бы не получилось. Или как вот в этом камешке, с которого я начинала свой разговор, вот этот святой камень Витебской области, о нем идет речь, что вот под ним клад, который лежит в воловьей шкуре, и его можно достать только в том случае, если ровно в полночь у кого-то родится ребенок, и вот до пения первых петухов с этим ребенком побежать на это место, и вот только ручкой младенца можно этот клад достать. То есть при всей такой сказочности, тем не менее, мифология мотива довольно прозрачна, потому что именно младенец вот и воплощает эту идею первоначала среди самих людей. И клад, как реплику иномирия, может быть подвластен именно новорожденному, связь которого со сферой нечеловеческого акцентировалась и временем рождения полночь. Однако любопытна еще одна деталь. Клад под этим камнем якобы вот завернут в воловью шкуру. Вот этот мотив помещенности клада в воловьей шкуре, он встречается в преданиях всех восточных славян. Украинцы рассказывают о кладе железняка, который зашил все деньги и драгоценности в огромную воловью шкуру и зарыл в лесу возле еврейского кладбища. Таких примеров достаточно. Любопытно, однако, семиотическая соотнесенность шкуры и клада в сказочных сюжетах. Там речь идет о том, что один мужик, он, ну, когда хоронил вот кого-то из своих родственников, приглашает священника, и вот при похоронах они вырыли клад. И священник хочет забрать этот клад, и он ночью одевает на себя воловью шкуру, стучится к мужику, представляется чертом, говорит, что это его деньги, и вот он забирает эти деньги у мужика. Однако, вернувшись домой, у него вот эта шкура как бы прирастает к коже, а клад как бы прирастает к рукам. То есть, если так можно сказать, вот этот клад, он как бы возвращается вот в эту воловью шкуру, где он и должен как бы находиться. Но вообще, если раскручивать этот мотив воловьей шкуры, то можно вспомнить такие верования белорусов, что черт в церкви записывает грехи на воловьей шкуре, ну и так далее, и так далее. Однако вот этот элемент демонического в семантике воловьей шкуры, в такой соотнесенности с кладами, он, ну, кажется не случайным. Воловью шкуру, горшок и неоднократно зафиксированную в белорусских преданиях лодку, в которой также помещаются клады под камнем, возможно объединить как предметы, знаки перемещения между мирами, но в такой же степени и как метафору женского чрева, которая объединяет в себе черты и рождающего, и обращенного к изобилию и намерению вместилища. Но ребенок как клад — это метафора довольно прозрачная. В первую очередь формально к преданиям о камням, укрывающим клады, можно отнести рассказы о камнях на месте церкви, которая ушла под землю, или же о целом городе, вот, который проваливается, и на этом месте остается только один камень. Здесь один пример приведен на белорусском языке, ну, как бы пересказывая, то есть в разных ситуациях кто-то идет или проклинает вот эту церковь, или там спотыкается, или оглядывается, самые разные мотивы, и вот храм проваливается под землю, остается только один камень. Еще одна фотография. Здесь культовая гора Костелок, тоже в нее якобы вот провалился костел.
и там на этом месте камень, и возле под которым также зарыт проклятый клад, который вот может выходить на поверхность. Строгая соотнесенность клада с определенным не только пространством, но и временем характерна для феномена кладоискательства, активности человека на границе между мирами. И если в пространственном измерении в качестве пограничной зоны выступает сам объект камень, ну, курганы или что-то вот подобное, то в темпоральной проекции межа представлена пограничным, чаще всего ночным временем, и, что особенно важно, накануне календарного праздника. Наиболее знаковой и важной в данном контексте является Купальская ночь. Именно вот в Купальскую ночь выходят просушиться клады, и даже по свидетельствам археологов, не мифологов или фольклористов XIX века, которые проводили раскопки в деревнях, белорусских деревнях, то они также утверждают, что вот местные жители особенно охотно ходили вот искать клад именно в Купальскую ночь. Наблюдается близость или даже совпадение во многих деталях представлений о поисках в Купальскую ночь клада и цветка папороти. Они проявляются в полночь, они хранятся полчищем вот представителей иномирия, и клад, и цветок папороти обещают человеку богатство в таких нечеловеческих измерениях и потенциях, но практически никогда не даются в руки. Как и положено кладу в европейской мифологии, уже сюда. И будучи зарытым под камнем, он может проявлять себя разными знаками – визуальными, акустическими, персонажно-событийными. Наиболее частотен мотив своеобразного свечения клада, проявления в форме огоньков. Целый ряд во всех фактически европейских традициях об этом фактов, поэтому даже не буду об этом рассказывать. Любопытно только то, что, или закономерно то, что свечение клада укладывается в световую огненную символику как иномирия в целом, так и денег в частности, золота. Реже в рассказах о таких камнях фигурируют таинственные звуки. Проявление возле камня хранителя клада привидений или существ, репрезентантов нечистой силы, также целиком укладывается в европейскую картину представления о кладах, довольно известную. Камень для локализации клада находится в одном ряду с курганами, городищами, болотами или даже деревнями. То есть в каждой конкретной традиции, где вот рассказывается о кладах, клад может быть зарыт вот под каким-то одним из вот элементов культурного ландшафта. То есть это в зависимости от традиции. Но опять же повторю, вот это владение кладом, оно является как бы характерной чертой культового места. Ну а пульсация кладов, они вот мерцают, сияют огоньками, показываются в виде животных и так далее, напоминает пульсацию провалившихся храмов, колокола которых можно услышать из-под земли тоже в большой праздник, чаще всего на Купалье, ну или же в Пасху. Клад можно увидеть, а провалившийся храм услышать, но и в одном, и в другом случае к ним невозможно притронуться. Смысл вот этих бесконечных выходов искать клад, как и походов на место провалившегося храма услышать колокола из-под земли, в самой диалогичности между человеком и сферой сакрум, которую и можно описать посредством схемы «читатель-текст», когда каждый новый читатель пробует отыскать между строк в этом давно знакомом, тем не менее, что-то свое. И если для деревенского кладоискателя неудачный поход за кладом, за французским золотом под камнем – это неосуществимые мечты о лучшей доле, то для деревенского сообщества это очередное перечитывание и запоминание своей истории в ее мифологическом измерении. В этом смысле знание о спрятанном кладе куда более важнее его самого, так как в случае, если бы его нашли и вырыли, то в сакральной истории поселения была бы поставлена финальная точка. Спасибо за внимание.
Знаете, мне кажется, что формулировка «была поставлена финальная точка», я бы ее заменила другой, обязательностью того, что клад нельзя найти. То есть там превентивно нарушаются условия. Нету таких, либо пытались и не вышло, либо забыли и так далее. Поэтому это не точка, а была бы такая черная дыра, если бы клад нашли. А что делать дальше? Разрушается вся система. Важны знания о кладе. Даже не он сам, а знания о кладе и знания о сакральном ландшафте. Для представителя традиционной культуры нету абсолютно пустого окружающего пространства. Все оно семиотически наполнено. И вот этот камень-клад — это очень важный такой ориентир в структуре этого поселения. Поэтому он должен владеть кладом. У меня есть одно попутное замечание, одно предположение. В литовской поэзии есть у одного поэта, я видела строчку «От мога и пвенкас деформис» — «Камень, как ребенок бесформенный». Ну вот это вот просто к вашему. А и еще одно по поводу воловьей шкуры. Не кажется ли вам, что это могло быть связано с Велесом, Молосом, как с Котем Богом и так далее? Скажите, пожалуйста, ваши данные — это по всей Белоруссии или это какая-то определенная часть ближе к Литве? Заволуненность, если есть такое слово, она характерна прежде всего для северо-западной Белоруссии. И для Восточной Беларуси, то есть там таких камней просто очень мало в структуре вот собственно ландшафта. Соответственно, и практически нету преданий. Ну а на пограничных территориях с Литвой, Латвией это такая концентрация особенная.